have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами лезем наверх для того, чтобы поднять паруса! Я не буду сейчас тратить много топлива. Оно закончится, я потом просто... Блин, хорошо, идем. Надо, наверное, накидать немножко в топку. Оу, там что-то предвидится, погодите, а где? Я сейчас посмотрю на радаре. Не, вот это музыка, вот это атмосфера, вот это шик, просто обалденно, не знаю, мне очень нравится. Радар где-то разочек булькнул и исчез, опять же, значит, мы что-то где-то просто проплыли. Знаете что? Стойте. Я, наверное, слишком далеко уже проплыл, но я хочу погрузиться немножечко, посмотреть, в принципе, что тут происходит. Эй, откройте. Ну, тут глубоко. Тут прям очень глубоко. Я чуть-чуть вернусь сейчас, потому что мы с вами уже давненько не погружались. Возможно, какие-то секретики, возможно, еще что-то. Гляньте, оно горит, между прочим. Ну, тут темно. Не, ладно. Я буду возвращаться. Хотелось бы... Да, у нас есть вот этот вот ускоритель, мы прокручиваемся и плывем вперед скорее. Мне хотелось бы какой-нибудь, ну, подводный скутер, чтобы прям комфортно-комфортно перемещаться под водой. Я знаю, я многого хочу. Но все же. Можно было бы как бы погрузиться и пойти подводным ходом, но тогда у нас не будет паруса, и не хотелось бы все-таки терять такой шикарный бонус. Топливо, оно не бесконечное, и когда есть возможность передвигаться на парусе, лучше все-таки передвигаться на парусе. А вот и мы. А что, это ночь наступила? Ночь наступила, елки, как красиво-то стало. Ох. Еще и спокойная ночь, шторм мы уже прошли с вами. Мы сейчас будем красиво, красиво идти по ночи. Давайте, я не против. Оп, ловим момент. Все, поехали. Музыку верните, пожалуйста. Ах, как это все выглядит шикарно. Теперь интересно, будут ли у нас еще какие-нибудь суперспособности или нет на нашем корабле. Эта фишка с чарджем, ну, нас научили там этим заниматься, чтобы мы могли это делать на корабле, понятно. Ну, не то чтобы она мне прям очень нравится, потому что столько всего задействовано, это нужно гнать движок на форсаже, это нужно следить за его температурой, как минимум один раз его точно тушить, но ты при этом, пока ты схватишь этот шланг, ты зацепишься за все, что только можно зацепиться. Это нет, это неплохой дизайн, это неплохой геймплей, это, скорее всего, просто мое брюзжание сейчас, как таковое, но... У меня сейчас теперь ощущение, что я скипнул офигенный момент. Если бы мы просто продолжали плыть под музыку с поднятыми парусами, это было бы сейчас эпично. Ну ладно, есть что есть. Потихонечку продвигаемся вперед. Смотрим. О, музыка вернулась. Там медузы под нами.
оказаться на своей кровати с открытым потолком, смотреть на звезды, плыть, отдыхать. Классно все это выглядит. Посмотрим, куда мы доберемся. Это лед? Погодите. Возможно, стоит сбавить скорость. Зачем я здесь спрыгиваю? А, тут стекло, я могу походить по этим поверхностям. Немножко сбавлю ход, потому что мне это... Ну, не то чтобы не нравится, но я не хочу напороться сейчас на что-то огромное. Игрушка все равно выглядит настолько шикарно. Эх. Ладно, прибавим. Мы будем внимательно следить. Хотя каждый раз, когда я говорю внимательно следить, оно все обламывается, оно нифига не получается. Там уже не только лед, там уже и камни появились. Это утро? Да, это утро. Я всю ночь проплыл. Классно. Ветер меняется, кстати. Ой, там осколки какие-то. Стой, 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 стой. Ну-ка, погоди. Радар. Радар молчит. Ладно. Давайте я подниму парус, но... Не-не-не, стой. Но не буду его проворачивать, чтобы, если что, можно было быстренько сложить его. Мы пошли? Мы пошли потихоньку. Или прям совсем потихоньку? Прям совсем потихоньку. Эти каркасы какие-то. Я сложу парус в эту сторону, по крайней мере. Что мне кажется, я там задеть могу. То ли каркас локомотива, то ли каркас дирижабля. Вообще непонятно, что это такое. Этот геймпад только что... Это... Стоп, 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 стоп. Полный стоп. Там внизу что-то есть. Отпусти. Блин, а вода что-то холодная, наверное, если тут лед. Что-то я это... Ну-ка. Точнее, покажи мне, где. Внизу, прям внизу. Ну, хорошо. С другой стороны... О-о-о, это не тащ. Нет! Ты что ты делаешь? Я выкидываю собственное топливо. Пиши отсюда. Отпусти. Эй. Пойдем посмотрим, что там есть. Тут рыба есть. Тут куча разных каркасов затонувших, смотрите.
Я думаю, может быть, по этой цепи надо. Ох, сколько тут всего прям внизу. Ага, вижу. А ты мне для этого нужен был? Возможно. Не ув... а, уверен. Теперь уверен. Теперь мне нужен крюк. Но отображалось, кстати, две точки. Возможно, это был этот ящик и еще что-то. Кстати, от чего этот якорь? Ну, цепь, она же что-то держит наверху. Буй. Буй, понятно. Я лучше поверху пробегу. Мне кажется, так короче будет. Опа, поехали. Хорошо, что этот трос бесконечный просто. Я надеюсь, мне не придется этот буй отталкивать рывком потом. Вот это ведет прямо сюда. Хорошо. Есть. Я вот думаю, может быть, каждый раз нужно погружаться с этим канатом. Просто на всякий случай, чтобы по 2-3 раза не всплывать вот так потом. Это идея. Я же его поднимаю. Надеюсь, что я не зря жду. Оно же не застряло там нигде, стой. Прикиньте, если застряло сейчас. А не едет. Очень долго, очень нудно, но все-таки едет. Добыли. И все? Там внизу еще типа что-то есть. Погодите, не, ну я понимаю, что, конечно, все было интересно. Нет, я пойду исследовать без троса. Посмотрим. А, если возможно, кстати, знаете что, если вон тот ящик перетащить на другую сторону, чтобы открылось еще и там, можно так попробовать. Сейчас посмотрим. Не, ну на мой взгляд, это было сейчас нечестно. Просто вытащить огромнейшую такую эту штуку и из нее всего лишь один источник топлива. Ну блин. Ну блин, ну так нельзя. Вот, перетащить на другую сторону. Можно или нельзя? Нельзя? Но с другой стороны, я там вроде ничего такого не вижу. Давайте вот тут еще посмотрим.
можно проникнуть как-то? Можно. А, это то же самое место. Ну, там еще что-то есть, погодите. Но так сюда уже не попадешь. А здесь... А здесь уже не торт. Это пузыри были? Или мне показалось? Мне показалось, это водоросли, которые выглядят как пузыри. Ладно. Где же, где же, где же? И как же? У меня просто такое сейчас ощущение, что я забрал что-то маленькое, а что-то огромное остается здесь на дне. Я просто не знаю, как это забрать. Вряд ли же это вот этот вот ящик. Знаете что? Последняя идея. Погодите. Сейчас, если это не сработает, я брошу. Мне интересно, можно ли этот трос в принципе прицепить. Так, да всплыви уже. Ну, видите, расстояние огромное. Ну, это круто, масштабно, все дела, что расстояние огромное, но... из-за того, что расстояние огромное, это очень долго все происходит. Хотелось бы какой-нибудь водный скутер себе, прям который бы быстро меня перемещал с места на место. Я понимаю, что хотеть не вредно. То есть мне постоянно приходится на А клацать для того, чтобы сделать еще рывочек, еще рывочек, еще рывочек. И... Так, дно достигнуто, но не пробито. А, я за этим здесь? Еще одна статуэтка оленя? Понял, понял, вот оно. Нужно было не дальше искать, а ближе искать. Ну, помечается, ну, я думаю, что любую вещь здесь можно сжечь, любая вещь может быть топливом. Но вот эти все статуэтки, я практически уверен, что это коллектабл, за которые можно потом получить... Это уже мы, это уже наш корабль, за который можно получить ачивку. Но я уверен, что в этот раз за это прохождение я все не соберу, потому что их много. Стой. Стой. О, как штормит-то. Видите, это вторая статуэтка оленя. Хорошо. Вот эту я смотаю. Это вроде правильное направление. Смотки. Поехали дальше. Сейчас посмотрим, что тут может быть. Радар надо еще глянуть. Но я сейчас прицеплю парус сначала. Сохранение. Кстати, радар утих. О, домоталась наконец-то. А, мне нужен тут полный ход, что ли? А, нет, нет, мы отодвинули буёк. Хорошо. Я не хочу сейчас открывать парус, потому что мне кажется, он об буёк ударит. Сейчас мы чуть-чуть пройдем еще вперед. Капелечку. Тогда можно будет развернуть парус. Тихо. Опа, поехали.
попробуем поймать этот момент. Вот он. Все, пошел полным ходом. Попробуем ни во что не вписаться. Там прям такое кладбище на дне. Не знаю, чего это было. Вроде какие-то капсулообразные, металлические. Я бы сказал, что это дирижабли, но вроде как дирижабли не же не делаются целиком из... Ну, делаются как бы, да, были дирижабли целиком из металла, но я имею в виду, что... Может, реально дирижабли. Их же было несколько видов конструкции. Были брезентовые, частично брезентовые, целиком металлические. Ну, выглядит, как будто мы прошли это место как чекпоинт какой-то. Поехали дальше, посмотрим. Ветер то туда, то сюда немножко меняется. Добавляю нам хода, убираю хода. Ну, в общем-то... Вполне хоть смотрите, там на горизонте опять что-то появилось. То ли домики, то ли буйки, то ли непонятно что. Радар молчит. Там видно будет. Сейчас еще поближе подойдем. Ветер резко стих. Ветер обратный? Дождь пошел. Смотрите, 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 волны. Так, нет, 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 нет. Давай, дружище. На малый вперед. Ой, по-моему, начинается что-то не очень хорошее. Би-би! Погода резко испортилась. Ёлки-палки, как кидает знатно так. Ай! Мне кажется, это могло сейчас прилететь в мачту, если бы она не была сложена. Надо подбавить ходу. Это максимальный. Мы живы вообще? Да, все нормально. А что это за звук? У нас двигатель накрылся? Серьезно? А когда? Это из-за молнии, что ли? Или я его перегрел? Оставлю-ка я здесь починочку. Погодите, радар что-то показывал. Дайте-ка я схожу вниз, посмотрю. Мне кажется, это плохая идея, да? Мне только что молния... Мне кажется, только что молния еще раз ударила по нам. Страшно! Это 2D игра, вы чё, да мне страшно! Да, нам повторно по двигателю лупануло. Так, во-первых, полный вперед поставлю заранее. О,
Во-вторых, пошли. Нам нужно выбраться из этой грозы. Поехали, чувак, поехали, поехали. Блин, а что я делаю-то? Можете не говорить мне, насколько это было тупо. Тонем же до конца, пожалуйста, дружище. Блин, у меня починки очень мало осталось. Я почему-то упустил из вида этот простой факт, что я могу погрузиться и пойти под водой, не стоять под молниями. Очень... Ой, блин, 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 вверх, вверх, вверх! Очень простые механики, но... Вроде не задели. Но упускаешь их из виду и... Ничего не получается с этим поделать. Прячемся. Прям реально прячемся от молнии, от грозы. А, теперь я понял, зачем вот эта синяя шкала. Пока двигатель находится в синей шкале, он заряжает нам, ну, ульту, так скажем. Дали что-то. Я вот это вот иногда не понимаю, когда радар, в принципе, он находится в спокойном состоянии, но иногда он берет такой, отправляет волну, но при этом нет никакого отзыва. И мне интересно, к чему это? Это мы что-то пропускаем или... Я не знаю, зачем я сейчас накапливаю нам энергию туда, вот эту синюю. Но, возможно, она нам понадобится. Возможно, она просто пропадет. Я не знаю, зачем я гоню с такой скоростью. Так, там вроде все наладилось наверху. Поехали, посмотрим. Все просветлело. Много я починок потратил, пока додумался наконец-то, что нам-то не надо там находиться. Но приходится платить за свою же глупость. А тут уже, кстати, и ветер. Все, чуваки, становимся под парус опять. Или нет ветра? А ветер, кстати, такой себе. Я сейчас подниму парус. Пойдем мы под ним, не пойдем. Смотрите, какая там штука находится сзади. Вроде идем. Вроде даже неплохой ход. Прям целый... Это то ли корабль такой, то ли это какая-то плавучая станция. Прям что-то огромное.
Это мы сейчас так далеко от него, и оно нам таким кажется. Если там подойти поближе, мне кажется, он будет вообще просто чудовищных размеров. Давай-ка. Нет. Вот так. Фух. Это какой получается второй шторм мы уже пережили? Этот уже с молниями прям был. Самом. Ветер просто немножко туда-сюда гуляет, ну это понятно. И флажок регулируется под нужную высоту. На самом деле это офигенная комбинация, то есть паруса и двигателя. Я просто сейчас сужу по подводным лодкам старого образца, которые на дизельных двигателях были и которые, ну, большую часть своего времени они проводили в надводном положении, потому что под водой они двигались на электрических двигателях. Вот, поэтому мне вот интересно. Не, ну понятно, что организовать можно все что угодно. Прикиньте просто, что палуба на подводной лодке открывается и оттуда достается мачта с парусом. А при погружении... О, там что-то это... Стой. Мы, по-моему, подходим куда-то. Где будет? Внизу будет. Стоп. Схожу-ка я вниз посмотреть, что там творится. Возьму сразу с собой этот канат. Видите? Не ошибся. С канатом-то не ошибся. По буйкам можно, что ли, ориентироваться? Надо будет посмотреть, всегда ли так было. Да не, мне не сюда, дружище. То есть, если есть буёк, то можно смело туда нырять с этой штукой. Едь. Посмотрим по радару. Там что-то впереди еще есть. Это так к нам едет, да. Ну вот опять, просто одно что-то. Ну серьезно. Так, ладно, что-то впереди. Давайте мы тогда... Насколько впереди? Сильно впереди. Буй, кстати, от нас отплыл. Ну, с таких соседей. Может, сможем его подвинуть? Да, сможем, нормально. Даже малым ходом сможем подвинуть. Да, я уже понял. Нафиг. Сохранение прошло. Знаете что, ребят? Раз уж сохранение прошло, давайте тогда на этом заканчивать. В следующий раз двинемся дальше, уже, наверное, на двигателе. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем молодушек. Всем покеда.